приехали с мамочкой на кладбище. Сегодня у ее папы день рождения, 3 февраля. Димончик отвозит родителей на Айви на паром. Они сейчас уезжают домой к себе в Бахол. На Бахол. Да, тут подарочки для Юрчика упакованные, чтобы он сразу не открыл. Да. А мы сейчас пойдем. Да, вот тут такие кладбища, и по истечению, сколько там, 5 или 6 лет, я не помню, как мне мальчика сказала, их тела выкапывают, потом в урну помещают, и такие вот, я потом покажу, как места эти выглядят, по-моему, так делают, кремируют, уже в урну кладут, вот, чтобы много места не занимали. Это вот новый закон у них недавно приняли. Папа и мама. Да. Да, вот здесь кладбище вот выглядит посимпатичнее. Ну, мне здесь как-то поприятнее, что ли, находиться, чем вот... Хотя в России не на всех кладбищах был, конечно, но вот то, что у нас в Карелии там, да, как-то... Здесь она немножко все, не знаю, как-то поухоженнее, что ли. Я думаю, в России тоже такие кладбища есть красивые. Вот как вам, напишите в комментариях, нравится вам такое кладбище или не очень. Ну вот, мальчик сказала, вот после, вот 10 лет проходит, и их сюда переносят, там кости или пепел. Вот он совсем маленький, и вот так вот они лежат. Надгробие и все. А, вот, мамочка говорит, что в следующем году надо вот папу будет сюда перемещать. Посмотрите, какой интересный мотылек, да? Он, правда, уже не живой. Вот случайно на полу увидел. Думал, это какая-то, ну как называется, этикетка или нет. От белья там или еще чего-то. Нет, это бабочка такая маленькая. Симпатичная, правда? Вот ни за что бы не подумал, что... Ой, какая прелесть. Прям как будто корона такая, видите, у меня. Корона Российской империи. Шучу. Наконец-то я собрался с силами, которые потерял в новогоднюю ночь. Шучу. Да, вот начинаю продолжать подпорную стенку. Понятно, что я замазываю просто глиной. Я знаю, что она подлетит, но дело в том, что тот тонкий слой, на котором лежит вот этот камень, он так и останется. Поэтому я не боюсь. В принципе, тут все делается насухо, по идее. Я не гонюсь за таким качеством, чтобы, ну, использовать раствор хотя бы. Или глино-песчаный раствор на печках. Не, оно и так хорошо. Подровнял тут немножко. Набил штырьки, которые показывают вверх стяжки. Стяжки или как ее называть? Конкрита. Вот по всей длине. Вот в этом месте будет, по идее, должна была быть ступень. Вот до моей ноги она оттуда метр. Ну, не знаю, что-то мне вот этот столб опорный как бы не нужен. Я понимаю, что это временно, но, может быть, я одну ступеньку сделаю, вторую даже не буду делать, просто будет земляная такая, потому что этот, скажем, полок не вечен. Вот. Ну, он рассчитан года на три. Тут Джереми висит такой, на 3 года он висит, еще нормально. Ну, я надеюсь, что мы побыстрее от него избавимся, потому что здесь будет уже нечто другое. Я хотел бы такой легкий съемный каркас, и расположенный не так, как он сейчас расположен, он где-то 4,5 на 6 метров, я точно не знаю, может даже больше 6. Я хотел бы его развернуть вдоль вот так, а не поперек. Поперек мы сделали просто бегом-бегом, быстрее-быстрее.
Если делать его длиннее, то у меня даже за мойкой будет стоять опора. Ну, опора, не опора, я не знаю. Я хочу съемный делать, чтобы его можно было разобрать. И когда надо будет, опять его поставить. Вот. Повыбрал камушки, которые тут были. Туда сейчас еще пойду схожу. У меня там внизу он понавожен. Видите, тачка стоит. Навозил еще немного с утра. Ну, посудку вот надо помыть. Котейка у меня догрызает рыбу. Говнюшонок. Я ему отдал половину рыбы с головой. Что Таше, что котенышу. Вот. Осталось еще вот эта вот половинка кошмарика. Это Ташина с водой. Потому что она любит водичку похлебать. А котейка, как не знаю. Да, он тоже похлебал, я смотрю. А еще ему добавлю чуть-чуть. Смотрите, драчун какой, а. Сударь, вам бубенцы не жмут? Кто сказал про бубенцы? Эх, погодка шепчет. В прошлом году в это время я сидел в этом поросятнике своем и дрожал от дождя, потому что был дождь. И он лупил целый месяц, он лупил январь, потом второй месяц лупил февраль, а в марте как бы поменьше стало. Вот два самых поганых месяца, вот январь, февраль. Это ужас какой-то. Ну такая же зима, как в России, только что вместо снега дождь. Вот, а так все одинаково. И тоже холодно. Если вот мне тут сестра прислала, говорит, минус 26 у них был в Обскове. Или 27 даже. Вот, я ей послал тоже. И у нас, говорит, тоже. Только наоборот, у нас 26 тепла было. Холодно, я замерз. У меня даже куртка есть. Да. Не верите? Покажу. Так, вот она. Куртка какая. Тепленькая курточка. Потому что холодно, реально, ребята, холодно. Или я уже обвыкся тут, но мне холодно. Так что вот, погода хорошая, хочется поработать, что-то сделать. И в то же время хочется свалить куда-нибудь на пляжик, побалдеть, поваляться. Ну, как-то так вот не вставляют мне эти пляжи, что мы в Турции с сыном были, как-то два дня побыли там на этом пляже и все. Взяли велосипеды в аренду и катались там в предгорьях. Вот, и вдоль побережья там по дороге. Ну, в общем, не сидели мы на пляже, как некоторые. Не могу. Мне вот это вот все нравится, так до обалдения. Еще зелененькое. Еще такое вот. Вот так вот вам. Взять бы докинуть вот этой красоты. Вот, опять выжигают поля. То есть убрали сахарный тростник, подсохло и жгут. Только дым слабо. А у нас пока ничего не убрано. Так и стоит наш, не наш, чужой сахарный тростник. Да, скоро, скоро. Может быть. Я думаю, что дело в том, что сюда машины не заходят. Мост-то поломанный. Половина его осталась, сука. Сегодня мне приснилось, что он сломался весь. Не дай бог, конечно. Поехал опять за водой. Водички нету. Вот. Ну и ладно, поехал я. Вот он каждый день меня видит и все время гавкает. Вот. Вот такой вот мудак растет. Вот. И второй такой же есть. Это вот соседские собаки. Кстати, додала нету уже. Додал, крякнул, мне сказала эта хозяйка. Такие, брат, дела. Ну ладно, ты погавкай пока, я тут с ребятами своими поговорю. Вопрос к искушенным во всех делам. Экспертам. Почему я снял вот эту защиту с баджаджа? И от чего вот такие вот следы? А? Думайте. Недолго. Ваня приедет, я сниму, покажу почему.
Welcome to Batulai Brew Coffee, where they grow and brew their own coffee. Привет, с вами Иван и Малинджин. Сегодня мы покажем вам наш обычный день. Приехали, вот все. Мы сейчас на высоте 800 метров. Сегодня замечательная погода. Мы раньше сюда постоянно с Димой ездили, с батей ездили. Почти что каждый день. Майка говорила, что типа вы достали со своим Батулаем уже. Она же здесь рядом родилась, там чуть пониже, где Димон живет. Вот. И мы ее достали с этим Батулаем, короче. Постоянно сюда ездили. Привет, народ. Чай. Чай. Один чай. Спасибо. What happened? What did you do? Все, приехали домой. Батя нас ждет там, наверное, уже. У нас сегодня будет курочка. Вот. Смотрите, кто к нам прилетел. Батя уехал за луком. Мы забыли купить. А к нам прилетела бабочка. Такая красивая. Вот моя рука. Видно? Вот бабочка. Огромная. Но она что-то какая-то посявканная. Видать, на нее кто-то напал. Может, даже и Петрович напал. I'm learning Russian. My Russian word for the day. Руки мой. Wash hand. Иди, руки мой. Go wash hand. Надо на улице выключить свет. Надо. Помой руки перед едой. Так, посмотрите на этого кота. Какую рыбку он вкусно ест, а? Бангус. Бангус, да. Мы его перестали покупать консерву, потому что да, что-то да, дороже получается. Просто дешевле рыбу купить свежую. Ну, получилось 140 писа на две рыбины, и Таша поела, и кот. Сколько килограмм? Ну, у меня 2 по 200, по 200. По килограмм 200 писа стоит. По 100. Я купил 140, за 140 две рыбки, это 800 грамм где-то, наверное.
Понятно. You guys always say I don't respect pups. Ask him. Ты. Мамаечка тебя уважает? Я знаю. И что? Я тоже ее люблю. Дальше что? Нет, люди думают, что ты не респектуешь. Ага, не, наоборот, что мамаечка не респектует тебя. Меня? Да. No, you guys, your basis of respect is like about Russian culture. I need to put pup's food. You don't see me putting pup's food in his plate. We Filipinos, we don't put food to our parents. They put food to by themselves. Okay, so I'm sorry guys if you're offended, if I break your culture or your tradition. I'm sorry. Всем привет! Сегодня мы с мамаечкой решили посадить здесь ампалаю. Вот. Поэтому я сейчас делаю такую конструкцию. Сейчас еще не доделал. Ну, короче, увидите, что будет. Такую типа ферму. А, у меня батя принес как раз. Понадобится. Да. Еще не закончил. Сейчас буду делать. Ну вот, осталось еще одну палку подвязать, да, Петрович? Ай-яй. На, осталось еще одну палку подвязать, и потом уже вот эти сверху пойдут. И мамаечка высадит, наверное, 2 или 3 ампалаи здесь. У нас будет своя ампалая. Батя у нас тут. Продолжает делать стеночку подпорную. Я ему небольшой камушек сегодня принес. Ты мне такой камушек притащил. Я с ним день буду умудохаться. Непонятно, как его положить. Понимаешь? Это вот из разряда чего-то такого космического, непонятного. Космический камень, да? Да.
Кстати, у меня есть камень космический. Я его показывал своим зрителям. Он такой весь с рюкчиками. Его называют филиппинит. Потому что это кусок того метеорита, который шмякнулся где-то и поубивал всех этих динозавров. Так маленький, черный. Филиппинит, кстати. Тиктит. Посмотрите, кому интересно. Мальчик моет посуду. Таким образом. Уже приготовила нам яйца жареные. Сейчас будем есть. Он еще вредный здесь. Очередная порция облавления произошла с утра пораньше. Так что все нормально, ребят. Итак, я вчера не смог это подснять, потому что Ваня приехал с маечкой поздно. Вот. Защиту я снял. Ну, не я снял, мне сняли ее. Вот в этом, в их сервисе. Вот. Теперь объясняю, откуда появились вот эти вот накаты, наезды или как их, царапины. Вот протектором накидало вот этих вот хреновин. Звук такой был неприятный, когда есть, как будто у тебя отлетают спицы. Такой тун-тун-тун. Неприятно вообще. И еще на скорость, если повышается у тебя задницу заносит. То есть не твою задницу, а мотоцикла. Вот. Показываю, почему это произошло. Вот смотрите. Вот это, ну как, для натяжения. Видите, сколько здесь? Сантиметра полтора, наверное, да? Так, переходим на другую сторону. А здесь... Дай бог сантиметр. То есть не надо быть обалденно искушенным, да, чтобы понять, что колесо стоит не прямо, а вот так повернуто. Вот поэтому у тебя задницу и закидывает. Это делают механики. Да. Чтобы это сделать, они тупо выкручивают втулку. Вот этой гайки. Ты начинаешь тянуть. Ты приезжаешь, говоришь... Механик, у меня цепь БАД, то есть хреновенькая работает, покажем, что слабина. Что он делает? Он тупо начинает закручивать не ту сторону. То есть он закрутил, подтянул, все, цепь работает. А чтобы посмотреть, что тут есть, существуют риски такие, сейчас я посмотрю, покажу. Вот они, видите, вот они, рисочки. По этим рискам элементарно все выставляется. Причем, по-моему, они развернули ее, раком поставили. Так. Не зря говорят, если долго мучиться, что-нибудь получится. Выставил я по рисочкам все. Посмотрите, даже визуально видно, что концы вот этих вот регулировочных тяжей, да, они одинаковые. То есть, в принципе, я сейчас могу смело поставить защиту. И все будет работать. Вот. Помимо того, надо еще отрегулировать тормоз, потому что когда они перетянули в одну сторону колесо, естественно, изменилась геометрия вот этого вот рычага. Поэтому все надо переделать было. Сейчас подмажу. Нормально. То есть до 3 сантиметров должно быть туда-сюда. По-моему, так, если я не ошибаюсь. Ну, мне больше нравится. Вот так я делаю как своим методом. Методом тыкова там. Тык-тык-тык-тык. Шутка. В общем, все теперь по рисочкам, все аккуратненько. До этого проверим. Потом скажу. Ну, я думаю, все нормально будет. Хотя, честно говоря, я бы на Ямаху поменял этого драндулета. Кисёныш ждет, когда Ваня привезет ему рыбы. Да, ему уже лень сходить на улицу, вот он тут заминировал угол. Так. А не видел маленький ножик? Я видел все, кроме маленького ножика.
Да вы куда-то все вечно забайдачите, а я потом ищу, бегаю. Ищи давай, как хлеб ищут. Может, тут валяется где. Нету? А этот чеченый ножик. Так, может, он здесь? Да, пойди найди этот ножик. Как в мультфильме было, да? Да я там не видел его. Котейка, хорош дрыхнуть. Так, ладно, пока он бегает ищет ножик, я покажу, что он тут нагородил. Вот убрал я тут веревочку, потому что тут булыжник хочу поставить, и никак у меня не получается. Вернее, я не хочет получаться. Так, а Ваня вот тут сделал вот такую хренотень. Вот такую вот интересную конструкцию. Кстати говоря, втихую, пока я там с мотоциклом выпендривался, он тут вязал. Ну, как бы навязал, нормально вроде. Так-то вообще-то я вязал все время. Ну да. Система не моя. Я бы делал дольше. А он делает быстрее. Вот. Вся фишка. Нашел ножик? Пойди найди тот ножичек. Я смотрю, загорел, мол, человек. Да, везет тебе. Она не вытнет никому глазень. А я ее беру. Смотри, Димка приедет, он же высокий, как бы не напоролся. Так, что еще показать вам, ребята? Папайя покажи. А что папайя, они уже видели миллион раз. Я же с хвостом, я постоянно хвастаюсь своей папайей. А, тут перцы вон растут, видите, опять зацветет, вон же цветет. Так, Yellow Bell. Это я тут когда-то побуйствовал, не знаю, Вань, показывал, нет? Маечка, он же посадила. Подарок нам тут наша соотечественница сделала маечке, вот. Она уже всадила сюда его. И уже козлы начали тут рыть. А? Вон они. Ай. Ну... Куда от этого денешься? Природа, мать. Вот она, кругом. Кругом мать, природа. Ладно, для этого пришел, чтобы болтать. А чтобы вам показать прелесть. Вот она, какая прелесть. Ветка нафиг не нужна. Вот так вот. А? Такая махонькая, уже плоды выпустила. Еще похоже будет. Можете башку отщипнуть, чтобы в стороны стало еще расти. Штук 5 выпустит стволиков. И на каждом штук по 50 этих попасть. Вот я же жадный, да? Ладно, ладно, не ругайте меня. Жадность не порог. Большое свинство. Так, вот это тоже моя прелесть. Почему прелесть? Потому что пахнет приятно. Когда батахон такой вырастил по пайке, вот обрывал мужской цветочек и в аналогичный цветочек тыкал. Вот такой. Ты делал опыление таким макаром. Ваня, он оттуда выволок мне булыжник, да, он мне замудохался уже с ним, я не знаю, как его поставить. Вань, ты когда будешь ступеньку делать, а? Взял, бросил все это, ну? Что здесь, чтобы я сделал? Хотел ошкурить я ее, да, и вижу, что если ты ошкуришь вот эту деревесину, да, она сразу становится вон такой серой. Я тут досочки готовил, ведь палки, дубинки, прутики, ветки. Да. Думал, я их применил куда-то. Смотрите, как они стали выглядеть, а? Это что такое? Брак? Природный. Да. Ну, главное, чтобы без коры. Расти не будет, потому что вот бросит палку, она возьмет и прорастет. Вот такое дерево.
волшебное дерево. Да, вот я хочу вам показать. Видите, 4 месяца назад, наверное, где-то, может побольше, может поменьше, мы сделали вот этот вот допуг, накрыли новым материалом, а он уже заржавел. Все, начал ржаветь. А представьте, если бы я еще сверху, чтобы не шумело, накидал бы листьев. Ну, я увидел бы это уже, наверное, через месяц. А если бы уже капать не стало на лысину. Так что не все так просто, как вы хотите. Так, мачка уже посадила ампалаю. Вот, одну здесь, другую здесь. Она вообще сказала, что я... Ну, это достаточно маленькая конструкция для... Вообще для одной даже ампалаи. Типа, что она будет... Все здесь заполнено. Будет все зеленое. Вот. Такая штука, да. Да, у нас еще осталось немножко земли. А, кстати, посмотрите. А, батя, наверное, показывал уже, что у нас перчики. Перчик вылез. Да. Мамаечка меня учит, как заворачивать рыбу в банан. Сейчас я... Так, вот еще сделаю. Лучок. Ну, вот такие конфетки получаются, и мы их потом... нагреть сюда. Батя у нас сегодня посудомойка. It's healthier than aluminum. Ano sa mangyayon? Okay? Left. Grill the chicken, the candy. Mm-hmm.
сейчас будем трапезничать, да, будем сейчас. У нас помыло вот что не дает, а лежит. Рыбки не дает. Да. И вот такая рыбка. На четверых. Четыре на пятерых. Ты трогаешь сам, да? Да, короче, голодный. Всем привет. Как видите, Петрович хочет рыбки уже. На. Вот у нас сегодня будет такая рыбка, мальчик пожарит ее. Также она сделает суп с тыквы, с дамских пальчиков и вот еще какая-то трава. На, это вот кофе. Три в одном. Теперь, что мы сегодня будем делать? Опять начинаем делать. Че, опять ты мои ботинки забрал, пап? Иди сюда. Так всегда. Я забыл. Я уже просто хожу как зомби. Почему как? Так, давай, рассказывай, показывай. Это у нас компостные. Это самое, как ведро. Это компостные, а пищевые отходы. Так, мы наконец-то. Не наконец. Угу. Продолжаем. Наконец будет, когда уже закончится. Короче, я обманулся на 2 сантиметра уровень. Угу. Всего лишь. На такое расстояние 2 сантиметра. Как насчет моего этого? Глазомера? Нивелира в мозгу. Да? Ну, 2 сантиметра. Да. На где-то метров на 7-8. Угу. Вот, поэтому хочу сказать, что надо будет подсыпать буквально 2 сантиметра, и это уже будет основа для бетона. Все. Вот уровень. Вот он. Ну и минус 5 сантиметров вниз. Ну, 2 сантиметра, вот, пожалуйста. Все. Вот это все засыпается. Это будет бетон. Специально делаю для того, чтобы понять, на какой высоте у меня будет. Моечка. Май. This side или this side? This side. I think this better. This? Yeah, this one. This better. Because when this washing, this one stays. Все, понятно. Короче, мойка будет тут, и надо будет как-то выбрать высоту. Я вот провожу. Ну, естественно, еще будет. Мне не хотелось бы делать очень толстую подготовку. И ладно, я что-нибудь придумаю. Все равно опалубку надо делать. Вот. Я хотел применить другой способ, но передумал, потому что это не дома. И все это будет потом ломаться. Ты хочешь потом ломать это? Может, ты же хочешь оставить навсегда? Ну пускай будет, что она мешать здесь будет. Здесь же потом все равно это будет ломаться, вот этот домик будет ломаться, и здесь кое-что другое будет строиться, и здесь будет замечательно, если у нас останется мойка. Или ты хочешь ее сейчас поставить, и зачем тогда мудохаться с ней? Оставили бы так. Да сейчас же. Mm. И ладно, в общем, здесь будет так низко будет. Представляешь, я вот стою на бетоне, грубо говоря. Вот бетон, да, пускай это бетон, а мойка должна быть. Получается третий ряд? Да. Получается. Четвертый ряд получается. Вот так. Ну. Так, вот такая рыбка у нас сегодня. Маечка сделала с ее любимый соус. Мой тоже, кстати. Так, а здесь у нас, наверное, будет супчик. Супчик. Да. Мангал? Так, мне надо сейчас мух отгонять. Петрович. Так, ну вот, так выглядит наш обед, рисик, суп из овощей, рыбка,
Это та, что надо. Это та, что надо отнести, да. А, вот Петрович у нас. Петрович. Петрован. Кшкрович. Хочешь есть? Где? Маечка уже приготовила покушать нам на ужин. Вот, я уже замес сделал, батя принес, сейчас уже второй доношу. Батя вот тут делает дырочку, отверстие. Вот, Маечка куда-то убежала. Вешать белье. А, Маечка стирает. Бывает.